обрели письменность, потому что вдруг идея пришла в голову, а записать некуда. Почему у него два лица? Майя Невной с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию с канала Мартелиада. Называется она «Самая важная вещь». Хоть это рекламный ролик, но я уверен, что он будет смешной. Погнали. В наше время люди часто забывают о по-настоящему ценных вещах. Традиции, семья, ценности, проверенные временем. Все это ненужное дерьмо даже близко не является настолько важным, как павербанки. Ведь именно желание запасать энергию привело первобытных людей к переходу от охоты и собирательства. Павербанки очень важны. Земледелию идеи сажать зерно, собирать и складывать в аграрные павербанки, или, как их называют дилетанты, амбары. Что вызвало неолитическую революцию и дало начало человеческой цивилизации. Далее. Еще древние шумеры изобрели письменность, потому что вдруг идея пришла в голову, а записать некуда. Почему у меня два лица? Села, павербанков нет. По той же причине древние китайцы построили великую стену, потому что в Tower Defense может охота поиграть, а как бы мобилки разряжены, павербанков нет. Дальше больше люди изобрели рабство, чтобы как бы не работать, запасать энергию. Как бы павербанков нет, но может самим стать павербанками. Да, сейчас идея смешная, но мир был молодым и наивным. Но не вышла цивилизация античности с толпы варваров. Почему? Потому что прослышали про павербанки, тоже захотелось. Начались темные века, как бы погас экран цивилизации. Что, погас экран? Ну тут очевидно. Потом возрождение. Потому что павербанка не было. Потому что скучно, в мобилку не позалипаешь, павербанков нет. Потом революции, гильотины, Наполеон, который рукой тянулся в карман все время, а мобилку ни разу не достал, потому что разряжено, очевидно. Потом колониальные империи. Где павербанк? Потому что понимали люди, что во всяких Азиях гаджеты делают, опять павербанки хотели. Потом новое время, авангардное искусство. Что люди изображают? То мыслитель Родена, сидит мужик как дурак, без мобилки скучает, значит села без павербанка. То Пикассо кубизмом рисует. Почему? Потому что разрешение маленькое, меньше энергии жрет. Боялся, что сядет картина без павербанка. То Малевич даже не пытался, сразу нарисовал. Вообще супер оптимизировано. Потом мировые войны, а война за что? За деньги и власть? Так-так, деньги в банках, власть это пауэр. Не хочу показаться конспирологом, но потом холодная война, холод павербанк. Это что, когда мало энергии? Ну и, наконец, наше время, когда у всех есть павербанки. В смысле, не у всех. Если ты хочешь на халяву получить прикольный, лимитированный, больше нигде такой не достать павербанк. На халяву. То переходи по ссылке в описании. На халяву. Забавная реклама павербанков. Тупо все крутится вокруг павербанков. У меня, кстати, где-то один лежит. А, у меня на полочке. Павербанки полезная вещь, когда особенно куда-то едешь, потому что без них телефон садится вот так вот. Особенно, если ты решил в нем поиграть, послушать музыку, позависать в интернете все это время, да? Павербанки спасают. Вы видели, сколько игр сейчас жрут? Всякие ваши Fortnite или PUBG на телефон или прочее говно на телефон, оно все жрет батарейку как конченая. Поэтому павербанки, да, это полезно. Забавная реклама, круто сделана. Поэтому, ребята, ссылка на оригинал в описании, если захотите павербанк, о котором он говорил, под его видео тоже ссылка в описании. А вы на меня подписывайтесь, подписывайтесь на Мартелиаду, ставьте лайки и будьте молодцами. Всем удачки, всем пока. Бау.